Это программа «Время говорить». В студии Данил Москаленко. Здравствуйте. И мой собеседник сегодня, я представлю, предприниматель из Караганды, который сегодня получил премию «Алтын Сапа». Я вас поздравляю. Это Адиль Спасибо. Упабеков, соучредитель компании «Дефектоскопия». Да. Экспортно-ориентированная компания полностью. Услуги да. Для нефтяных компаний, для горных компаний и так далее. Да. Я прав? Да. Вот этот замечательный приз. Я бы хотел, извиняюсь, уточнить научно-производственное объединение дефектоскопии. Вот так, да? Да. Хорошо. НПО. Договорились. Вот этот приз, вот эта грамота. Что там написано, давайте, скажите, пожалуйста. Поделитесь вашей радостью. Ну, радость в том, что подписано президентом. Так, правда, я надеюсь, что это не факсимиле. Давайте. Диплом выдан как одной из лидирующих компаний в области услуг, а именно в области услуг по нерушающему контролю. Это очень интересно. Я вас сюда пригласил не только потому, что у вас сегодня хороший повод для того, чтобы, так скажем, поделиться своей радостью с нашими телезрителями. Мне интересно ваш бизнес-опыт, как вы построили такую компанию, как вы прошли, например, от идеи до вот такой вот замечательной премии президентской. Это 8 лет у вас заняло. Годовой оборот 300 миллион, точнее, да, 3 миллиона человек, 3 миллиона тенге в начале, и сейчас 1 700 000 000, 3 человека в начале, опять же, компании в штате было, в штате компании, и сейчас 200 человек. Это все интересно. Давайте начнем с самого начала. Почему непонятная для многих дефектоскопия? Да. Ну, я и мой как бы партнер, мы работали у человека, скажем так, у дяди, точнее, который занимался непосредственно монтажом, ремонтом котельного оборудования. Так. Вот. И видя эти все моменты, мы в то же время как бы вынашивали идею о создании собственного бизнеса. Почему? Не было на рынке тогда достаточно хорошей компании, которая оказывала бы вот эти услуги или как? Не, именно дядя подсказал. А, дядя подсказал? Да, да. Он говорит, что как бы мало предоставленных компаний в этой сфере и что неразрушающий контроль имеет возможности для роста. То есть перспективы. Дядя сразу сказал, что идите вот к нефтяникам, они вам дадут много денег, и вашу идею там на 100% воспримут хорошо или нет? Честно говоря, к нефтяникам мы пришли полностью, полные сомнения, скажем так, насколько это получится, потому что рынок довольно-таки закрытый. Ну, вы сами знаете, что нефтяной рынок, он имеет... Так он поделен, наверное, в сервисные услуги, и одна из основных проблем, что туда невозможно вклиниться. Да, да. Ну, мы где-то около 4-5 лет назад приняли политику экспансии, скажем так, на западный регион, где у нас в основном сконцентрированы нефтяные компании. И на сегодняшний день она довольно успешная. Давайте расскажите, хорошо, сейчас поговорим непосредственно, как вы работаете с нашими нефтяниками, и хотят ли они использовать вас как партнера, получать ваши услуги, потому что иностранные конкуренты на этом рынке тоже есть. Да, но сначала, вот идея, дядя подсказал, давайте открывайте компанию. Да. И вы столкнулись с какой первой проблемой? Финансы. Где взять? Да, финансы. Как решили? Ну, финансы первые мы как бы имели собственные средства, ну, я имею в виду отложенные, да, с тех же заработных плат. В то же время привлекли небольшие буквально, скажем, инвестиции. Сколько стоил ваш проект на начальном этапе? Ну, около 1 000 000 тенге, скажем так. Всего лишь? Да. Ну, это потому, 8 что... лет назад? И на сегодняшний день вхождение на рынок, и это сегодня является проблемой, довольно легок. То есть очень легко зайти на рынок. Вот, и это сейчас является проблемой. Ну, на тот момент для нас это была возможность, естественно. Вот, после того, как мы открыли компанию, мы начали полностью заниматься поиском клиентов, естественно, и поиском возможности выполнения работ, насколько это можно было бы эффективнее. И вот смотрите, да, вот эти дырки вот в трубопроводе вы ищете, я так понимаю, да? Причем не в чем ваша фишка, вы его не выкапываете, как я понял. Да. Ну, в данном случае вот это именно водопровод, именно, да? Он имеет определенные проблемы, то есть невозможно его диагностировать внутри снарядными приборами, да? И вынуждены именно путем магнитометрии, это сложный такой физический процесс, да, диагностировать трубу именно над землей. Сколько вы экономите денег вот вашему партнеру, который вашими услугами пользуется? Да. Ну, экономия происходит в том, что если бывает аварийная ситуация, да, например, газопроводы взрываются, да, не будем называть компании, какие моменты, да, бывают. Это, естественно, влечет за собой человеческие жертвы, это влечет за собой какие-то расходы, да, по поводу ремонтных работ. И, то есть, вот это... преждевременная диагностика позволяет, ну, я думаю, довольно ощутимые средства экономить.
Окей. Давайте продолжайте дальше, как вы развивали компанию. Что было для вас основной трудностью, кроме финансов? Основной трудностью было то, что как бы нас заказчики не знали, нам приходилось доказывать свою квалификацию, доказывать о том, что мы вполне годные, скажем так, партнеры. А как вы это делали? Мы показывали хорошую работу. Естественно, как бы прислушивались к заказчику, шли ему навстречу. То есть у нас всегда вся работа наша до сих пор, вот, с кем мы работаем, с заказчиками, со всеми заказчиками до сих пор остались дружеские отношения. То есть до сих пор они к нам обращаются, мы им помогаем по возможности, даже иногда бесплатно. Вот. Ну и второй немаловажный факт. Мы начали развивать именно компанию саму. То есть мы полностью реинвестировали собственные средства для того, чтобы компания могла нарастать, скажем, квалификации, нарастать технологически. Ну и уже усиливалось на рынке. Вот, к примеру, проблему сказать, когда мы основали компанию, где-то в течение 2-3 лет пошла проблема в том, что не было дефектоскопистов. Вот именно эта специальность, она была довольно-таки проблематична. Кстати, вот есть вопрос по WhatsApp, вы кадровый голод ощущаете? Я так понимаю, что раньше да, сейчас... Да, раньше да, мы ощущали, но потом мы приняли решение, что мы будем обучать собственных дефектоскопистов. То есть мы будем... Где вы их берете? Мы их отбираем, мы работаем с университетами, в данном случае с Карагандинским государственным техническим университетом. Мы работаем с аттестационными центрами. Есть у нас такой Бродников аттестационный центр в городе Каргана, находится очень сильный. Вот, наш партнер. Мы там ищем ребят, проверяем их квалификацию, потом начинаем их обучать. У нас есть свой полигон собственный, он находится также в черте города, вот, где мы по базам базовую квалификацию даем. Ну и потом у нас есть система уровня дефектоскопистов, где выше уровень сотрудник, естественно, передает знания. То есть вы уже полностью у себя на предприятии выстраиваете вот эту цепочку, да? Да, да. Ну, в связи с потребностью. Так, чтобы награду эту получить, вы как-то специально готовили свое предприятие? Какие требования? Да. Ну, вот я еще раз бы хотел заметить, да, эту награду полностью наш департамент развития, полностью его инициатива была подать такую заявку. Мы как-то сомневались, думали, вдруг мы не соответствуем. Но полностью проверив наше предприятие, все-таки... скажем так, администрация президента решила все-таки нам выдать эту награду, видно, посчитав, что мы заслуживаем. Ваша агрессивная экспансия в Персидский залив тоже, наверное, сыграла какую-то роль, потому что я смотрю на планы вашей компании, вы эти рынки тоже хотите осваивать. Каким образом вообще? Да. Я бы очень с удовольствием, если честно, радовался бы вместе с вами, если бы там, в Персидском заливе, где там нефтяной край, вдруг наши казахстанские компании в вашем лице возникли. Ну, я немножко что скажу... если назад, да, немножко отмотать. Еще раз скажу, политика государства очень помогает предпринимателям, да, ну, которые до определенной степени, скажем, доросли. Но в данном случае есть, например, компания «Казак Инвест», да, раньше «Казнекс Инвест» называлась. Она выводит компании на другие международные рынки, помогает им делать B2B-встречи за рубежом. В данном случае в 2016 году мы встречались вот в Арабских Эмиратах, тоже на встречах B2B, и там мы... получается, вели переговоры. Нашли партнера? Да, мы нашли там конкурирующие компании, нашли партнеров, да, и примерно поняли, какие шаги надо предпринять для того, чтобы войти на этот рынок. То есть вы еще фактически в прошлом году не были готовы к этому? Да. Ну, мы поняли свои преимущества. А преимущество это, естественно, как бы человеко-часы. То есть наши человеко-часы, они довольно оптимальные. По оплате? Да, по оплате именно. И наша квалификация наших людей ничем не уступает квалификации тем фирмам, которые предоставлены на том же. Как это можно проверить? Вот ваш дефектоскопист, я не знаю, ну вот почему он на том же уровне, так скажем, компетентности находится, как и тот же иностранец, там, в Британии, там, я не знаю. Я вас понял. Ну вот, например, к примеру, у нас мы прошли американскую аккредитацию, она называется A2LA. Это именно, то есть в отличие от постсоветского пространства, где есть всякие лазейки, да, скажем, то в европейских и американских аккредитациях не допускаются вот такие, скажем, коррупционные моменты. Ну коррупционные я так не скажу. Коррупции у нас мало. Поблажки, скажем так. Да. И поэтому мы, проходя вот эту аккредитацию, мы можем смело заверять любого заказчика, даже иностранного, что мы квалифицированы, мы соответствуем, и мы имеем право выполнять эту работу. Помимо этого, наши сотрудники обучались по тоже международной аккредитации уже именно непосредственно на людях. То есть мы аккредитовывались в компании и лаборатория, и также аккредитовывались непосредственно
специалисты. Угу. Вот. И поэтому наши специалисты как бы имеют право работать на международных рынках и, естественно, выполнять их работу. Это очень-очень хорошее достижение. Я единственное не могу понять, почему, вот мы перед началом эфира с вами говорили, вы сказали, что пока крупнейшие наши инвесторы, такие как ТШО, не спешат с вами заключать контракты. Почему? Да. Ну, вот, это проблема для вас? Да, да. Вот проблема сейчас. В данный момент мы участвуем в прямом контракте с Tengizchevroil. Наш конкурент — это 100% английская компания. Вот. Так. Мы 100% практически, 100% казахстанская компания. Да? И получается, этот заказчик местами сомневается в нашей компетенции. Вот. Так есть же сертификат, есть подтверждение. Да, да. Американское, ну, да, в конце концов. Да, они же сами, да, американцы. Да, 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 действительно. Но бывает, знаете, что как-то тяжело все-таки менять подрядчика. И казахстанским компаниям немножко все равно, мне кажется, относятся немножко с опаской. С опаской? Да, ну потому что... бывает не всегда слова соответствуют делу. Да? Да. У наших нет репутации, получается. Не, нисколько, да, ну, мы нарабатываем же. Мы, нам всего 26 лет нашему государству. Поэтому, в принципе, это, я думаю, разумно местами. Вот. Но в то же время как бы мы надеемся, и вроде как мы получаем поддержку. А что вы имеете в виду здесь? Имеете в виду, что государство может за вас, что называется, слово сказать или что-то другое? Ну, государство, я не знаю, насколько может слово сказать. Но, по крайней мере, менеджмент Tengizchevroil уже... смотрит на нас как потенциальных подрядчиков, что уже радует. Вопрос по WhatsApp, значит, довольно интересный. Насколько развитие бизнеса зависит от власти у вас, местной, акима и так далее, вот это? Ну, полностью это как бы отсекать, мне кажется, нельзя. Есть всякие, да, закулисные игры, скорее всего, я предполагаю. Но в то же время... Что, у вас это тоже касается? Ну, местами, может быть, и касается. Ну, давайте не будем найти. Так, это любопытно, любопытно. Ну, хорошо, хорошо. Сегодня праздничный у нас, можно сказать, для вас эфир. Да, действительно. Не хотите, не говорите. Да, действительно. Но смело могу заверить, что предприятию, индивидуальному предпринимателю, человеку лично, если у него достаточно мотивации, если у него достаточно знаний, он вполне может пробиться, даже несмотря на различные проблемы и барьеры. Но вы не один пробивались, вы с братом это делали, у вас двое. Вы соучредитель компании, я так вас и представляю. Да. А одному человеку или, например, может быть, дадите тогда с высоты вашего опыта несколько таких бизнес-советов для наших телезрителей, которые смотрят, чтобы стимулировать предпринимательство. Вы знаете, за счет опыта, который на сегодняшний момент имеется, я вижу, что ниш свободных голубых океанов, да, как есть такая терминология, море. Вот можно везде найти свою нишу. Часто просто у нас человеческий капитал немножко не сильно развит. И смотрится сразу однобоко. Это там, где у кого-то получилось, надо туда же идти. Надо искать то, что не было востребовано. Та же вот наша дефектоскопия, да, на сегодняшний день это очень забитый рынок. Это уже Красный океан. Ну, а да, у вас Красный океан. Откуда эта терминология? С какой книги? Это с Голубой океан. Это, как его? Я хоть почитаю ее. Я вам обязательно скажу. Окей. Так вот, когда вы начинали, это вы сколько, какой был рынок, сколько было игроков, а сейчас их сколько? И вы какую долю занимаете? Да, вот скажем, когда мы начинали, это был относительно голубой рынок, то есть была максимально свободная ниша, по возможности, скажем. Закон не работал, закон о промышленной безопасности. Это был один из регулируемых документов, который обязывал предприятие делать дефектоскопию. Вот. С того момента, как мы зашли на рынок, мы начали этот вопрос поднимать, что закон не работает, почему предприятие не выделяет на это средства. И таким путем мы как бы немножко рынок подтолкнули к этому. Даже активная жизненная позиция, гражданская позиция. Да, вот вы правильно говорите, у нас общественные институты не работают. То же самое, кстати. Вот. И я не имею в виду Западный Казахстан, я имею в виду Центральный Казахстан, и вот это как бы у нас не сильно было. То есть я просто понимаю, вы показывали местным органам, что есть закон, но он не работает, давайте... Да. Да, давайте. А мы есть, и у нас есть услуги, которые... Да, да. Ну, это же как бы инициатива не, у нас в Казахстане сейчас она ненаказуема. Инициатива, наоборот, поощряется. Вот. И, ну, на сегодняшний день этот рынок уже забит, получается. Много, честно говоря, наших сотрудников отпочковалось от нас и создали аналогичные компании. Конкуренты? Да. Теперь вы сами себе сделали конкурента. Ну, мы как бы мы за. Государство растет, поэтому только... Прикольно. Хорошо. А какая у вас тогда стратегия в плане покорения нашего казахстанского рынка? Нет. Сколько доли у вас какая сейчас? Доля рынка вы занимаете? Доля рынка, ну, мы так анализировали, если брать полностью Казахстан со всеми иностранными компаниями, мы рассчитываем процентов
15. 15? Да. Как-то будете масштабироваться дальше? Да, да. Сейчас у нас в данный момент у нас есть дочерняя компания Московской области, город Фрязино. Там мы, кстати, занимаемся научно-исследовательскими работами. Мы создали прибор МАК-1, кстати, который видео до этого показывали. А давайте еще раз покажем. Это, оказывается, еще и наша разработка. Нет, ваша. Это не наша разработка. У нас аналогичная эта разработка именно в увеличении КПД. Mm. Вот. Потому что КПД этого прибора увеличили? Да, да. Ну не этого прибора, аналогично. Аналогично, да? Да. В данном случае мы вот работаем с Национальным агентством технического развития. Они нам поддержку оказывают в этой сфере, mm-hmm. чтобы именно наша вот эта разработка, которую мы mm-hmm. сейчас делаем в Московской области, она не будет иметь аналога в Казахстане. Вот. То оборудование, которое мы используем вот на этом видео, uh-huh. оно российского производства, аналогично ему где-то около 2-3 ну, таких одинаковых, скажем, ну, похожих оборудований. Uh-huh. Наше оборудование бы именно... О чем оно будет лучше? В эффективности, да, определении. Эффективность? Да, да. То есть еще бывают вот эти ребята, которые с этим колесом бегают по степи, ну, по линии трубопровода, да, да. Они ошибаются? Конечно, потому что дефектоскопия, она очень сложная. То есть вам, чтобы не ошибиться, вам надо сделать либо внутритрубную диагностику, угу. и то это процент где-то 90% по выявляемости. Это когда внутри угу. трубы идет снаряд и угу. диагностирует ультразвуком, либо магнитом. А у вас процент какой? Вот сверху? Вот этим способом. У нас процент около 70. 7. А теперь вы хотите поднять до 95. До 95? Да, да. Сколько вы вкладываете своих собственных средств вот в эту модернизацию, в улучшение КПД? Вот этого оборудования? Да. Ну, собственно, средств там где-то около 120 миллионов. А государство помогает вам как-то? Да, вот государство, Национальное агентство технического развития, как я говорю, она субсидирует до 50% проекта. Mm-hmm. Вот. И возможность, то есть, это довольно ощутимо. Mm-hmm. Вот. Что еще можете сказать в целом о стратегии вашего развития? И когда непосредственно мы узнаем, что ваше предприятие НПО-дефектоскопия начинает составлять конкуренцию тем же англичанам, которые здесь у нас сейчас не дают вам попасть в ТШО, да, да. А вот когда вы их подвинете в странах Персидского залива? Да. Ну, сейчас у нас уже шаги к этому идут. Я вот как говорю, мы сейчас проходим, так как у нас офис находится в Московской области, мы проходим предквалификационный отбор уже, он проходит к концу, в компании «Транснефть». Мы начинаем с «Транснефти». У нас есть наработки сейчас, работ в Узбекистане, в Таджикистане. Есть мысли по Азербайджану. Угу. Это начало нашего пути, где мы начинаем себя позиционировать, начинаем завоевывать кусочки рынка. Далее у нас по планам где-то через год выхождение именно на Персидский залив. Угу. Проблемы какие имеют место? Риски меня интересуют. Сейчас основные. Вот даже вопрос от телезрителя. Какие для вас сейчас основные риски? У нас 2 минуты прямого эфира остается. Для вас основные риски, значит, и что вы считаете такими? И второй вопрос, как вы тратите деньги, сколько у вас в среднем контракт стоит? Ну, я не знаю, хотите, отвечайте. Это довольно, ну, средний контракт вопрос. У нас, честно говоря, он очень довольно большого диапазона, разница. Uh-huh. А касаемо рисков, как таковых рисков мы не чувствуем, потому uh-huh. что мы анализируем, куда мы идем, мы строим стратегию. Вот, поэтому так, чтобы с головой в омут, у нас такого нет. Для того, чтобы вот так уверенно говорить о поле своей деятельности, вы закончили, кроме базового образования, еще какие-то курсы, какие-то повышения квалификации, тренинги модные? Что-то... В смысле, именно, да, я? Именно вы. Я сейчас в данный момент докторант политических наук. Помимо mm-hmm. этого я заканчивал MBA, различные магистратурские программы, скажем, магистерские, mm-hmm. вернее, у меня сейчас около 4 магистерских. Как вы это делали? В отрыве своего бизнеса или вместе все? Ну да, это все одновременно делалось. Ну, в принципе, не сильно сложно, поверьте. Ну, из ваших уст звучит именно так. Спасибо большое. Это был Адиль Упабеков, соучредитель компании «Дефектоскопия». Сегодня Адиль получил премию «Алтын Сапа». Вот она, видите, это, наверное, наивысшая, я бы так сказал, премия для предпринимателя в области качества. У нас Казахстан. Я еще раз вас, Адиль, поздравляю. Спасибо, что пришли в студию. Спасибо. Поделились своим мнением о том, как вы строите бизнес. Удачи вам, завоевывайте новые рынки. Спасибо. Спасибо за внимание. До встречи. Всего доброго.